К теме ФАПов Долгостроев глава региона вернулся позже, уже при встрече с руководителем Минздрава. В регионе буксует строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов. Однако они должны быть сданы в обозначенные сроки осенью этого года. Всего в области их сейчас 346. Для сельских медработников закуплено 15 автомобилей. Работы по обеспечению всех уголков региона квалифицированной медицинской помощью медленно, но движется. Теперь записаться на прием к узкому специалисту в больницу райцентра или даже областной столице можно из любого села, где есть ФАП. Об этом доложил сегодня главе региона министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. Темами рабочей встречи стала также новая маршрутизация скорых и динамика по уменьшению смертности, которая все еще остается высокой. Комплекс мер по ее снижению Алексей Демин поручил министру разработать до 10 июля. Отдельно рассмотрели обращение Тульков. Пришло обращение от пациентов отделения гематологии Тульской областной больницы, которые написали о нехватке мест для плановой госпитализации. Я давал поручение вам разобраться в этой ситуации. Пожалуйста. Обращение справедливое. Я разобрался в этом вопросе. До ремонтов в отделении было 60 коек. После планировки, после проведения ремонтов, количество коек уменьшилось до 53. Этот факт подтвержден. Я дал поручение главному врачу изыскать помещения, они уже найдены в этом отделении. И отделение до 1 августа должно выйти в свой нормальный режим 60 коек. Эти сроки можно сократить? Сократим.